Потерпи, потерпи, сыночка. Так, жало надо вытащить, а потом яд высосать. Дай-ка. Подсади меня, я выберусь, потом вытащу тебя. Давай. Угу. Это ты дурак, что ли? Чего? Чего хочешь, чтобы у меня позвоночник в штаны высыпался? Ой, да ну ладно тебе. Ну, что? Вернемся к платью? Мама! Хочу показать вам ваш будущий кабинет. Ого! Ничего так уютненько. Прямо как дома, который ты бросил. Папа, я говорю, не подходи. Иначе я за себя не ручаюсь. Папа, вообще это все незаконно! А почему папа в море плавает? А он просто не успел схватиться за мамкину юбку. Ну ладно, пап, давай! Теперь твоя очередь! Не, ни хрена! Только после тебя! Я тебя знаю! Че, Люсь, расстроилась, что сладенького не досталось? Пап, да что ты достал-то все? Люся, да Люся, что ты меня Люся-то называешь? Тебе что, до армии какая-то Люся отказала, а? Не-не-не, я отказываюсь, я никуда не еду, я не брошу свою маму, и шампанское ваше мне не надо, мама! Отпускаю я тебя. Нет, мама, мама, держи меня! Я отпускаю тебя! Я падаю, мама! 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 Сынок, держись! Я иду! Иду! Мам! Я ведь прожил достойную жизнь. Ты бы мной гордилась. Воронин, что за бред? Я никому не позволю отнимать у меня сына. Галя! Даже тебе самому. Вот тебе, вот тебе. А где? А зачем вы его в ковер-то закатали? Ну, чтоб тебя не посадили. Вот и мы. О, египетская сила. А я и забыл, что тебе платье идет. Да мы тут сдохнем. Тут на этом острове вообще же ничего нет. Кроме этого свежего воздуха. Мам! О, Господи. Так. У тебя соска есть в сумке? Вот это вот подложи в штанишки. А то он тут вообще не видит, куда ногами машут. Давай! Спасибо большое, пап, твоя моральная поддержка, она, знаешь, очень помогает. Филипп Киркоров. Он что, на нас? Он не обиделся на нас? Ну, а что на тебя обижаться? На тебя природа обиделась. Ну что, сложно было 10 секунд простоять еще? Я бы папу 100 рублей выиграл бы. А вот планшет, Вер, любит меня совершенно бескорыстно. Ему от меня ничего не надо. Кроме электричества. Филипп Киркоров приедет к вам и лично поздравит ваших женщин с 8 марта. Египетская сила. Да, Николай Басков. Николай Басков. Тихо, ты можешь восторгаться, тихо. Что я впервые вижу живого Николая Басков. Тихо. Вер, скажи... А если я такой на всю жизнь останусь, ты меня будешь любить, а? Пусть успокойся, это пройдет за один день.